Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку, но сегодня на ролеплей Центральный округ. Манитесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить маник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет, в принципе, новая серичка. Кстати, кто не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите, я там обозревал баню. И, короче, пацаны, я вот полазил еще по GPS и понял, блядь, что я играю на родине уже больше года, и я не знаю многих мест, и мы будем, короче, их изучать вместе с вами. Пацаны, надеюсь на вашу поддержку, обязательно ставьте лайки. Кстати, да, я приболел, меня походу темпик, все дела, поэтому серички, да, будут выходить, но будут выходить такие веселые, потому что у меня что-то реально как-то хреновенько, надо будет лекарствами закупиться и так далее, да. Короче, я так почекал GPS, что здесь реально много чего интересного, именно в важных местах, хочу заметить. В прошлом видео я смотрел русскую баню, Тюнинг Ателье, в принципе, это всем понятно, думаю. Меня заинтересовало вот что, это черный рынок и лотерейная. Как бы, да, вот это меня заинтересовало. И еще Южный ЖД и Арзамас. Я как бы знал, что здесь есть железная дорога, но как она работает, я, честно говоря, не знаю. Но это, я думаю, мы посмотрим через пару серий. Сегодня я хочу посмотреть черный рынок, а в следующей серии, скорее всего, мы посмотрим лотерейную. Либо посмотрим сегодня черный рынок и лотерейную. Не знаю, посмотрим. Концертный зал, я думаю, это не интересно. Банк Арзамаса, город. Как бы да, особо здесь интересного ничего нету. Центр занятости, так, пирс и так далее. В принципе, это все понятно. Мне именно интересно, это черный рынок и лотерейная. Что там и как, мне вот это интересно. И сегодня мы, в принципе, это посмотрим. Ну что ж, погнали. Минуточку внимания, хочу посмотреть группу проекта Vixedes RP. Этот проект находится еще в разработке. Проект будет без бонуса, поэтому кому интересно, ссылочка будет в описании. Заходите, смотрите и участвуйте в разработке данного проекта. Повторюсь, все ссылочки будут в описании. Так, вот я, в принципе, уже подлетаю. Да, я видел это место, кстати, но что это черный рынок, я об этом даже как-то не подозревал. Да, место, конечно, такое стрёмненькое, я вам скажу. Блин, где бы мне здесь приземлиться? Давайте я приземлюсь на вот эту бетонную гаражи, эти бетон или что-то такое, я не знаю. В принципе, давайте приземляемся и посмотрим, что у нас именно там, на этом чекпоинте. Что здесь можно купить, продать, либо еще что-то, я не понимаю. Что, блин, за черный рынок? Ёпту налево. Так, я забегаю, и чё? Гурам, купщик нелегала. Ну такое. Так, продать гурам 500 патронов за 1000 рублей. Блин, это прикольно. Так, стоп, продать гурам 110 наркотиков за 2000. Продать ингредиенты. Продать гураму ключи от армейских ворот и машин. Ни хрена себе. Куплю гураму ключи от армейских ворот и машин за 10 000. Серьезно, так можно? Куплю гураму ключи от дверей банка за 8 000. Заплатить гураму 5 миллионов за 50 репутаций для семьи. Купить у гурама армейскую форму за 50 000. Твою дивизию, пацаны, я об этом не знал. Блин, у меня уже есть планы на следующую серию, пацаны, отвечаю. Просто мы купим, во-первых, ключи от армейки и купим военную форму. Блять, я просто в шоке. Блин, я такого не знал. Серьезно, так можно было? Серьезно, блин, кто? Почему мне об этом никто не говорил, пацаны? Почему мне, блин, об этом никто никогда не говорил, а? Почему, блин? Оказывается, можно купить военную форму, купить ворот от машины, от машин, от ворот, ключи можно купить. Так, у меня есть патроны? О, да, я продал. Так, наркотики тоже продал. Все, заебись, бабосики. Так, ну, я покупать сейчас ничего не буду, в принципе, мы купим это все, купим ключи, точнее. Так, куплю у Гурама ключи. Купим у него ключи за 10 000 и армейскую форму купим за 50 000, пацаны. Блять, это охрененно. Я не знал, что так можно, блин. Я не знал, серьезно. Почему я не знал об этом? Это же так охрененно. Отвечаю просто. Блин, пацаны, не зря я начал изучать эти места, потому что есть и интересная тема, как, например, вот этот черный рынок. В следующей серии, пацаны, мы купим ключи, мы купим военную форму и попытаемся пройти, во-первых, через эти ворота, возможно, как-то. Но не проедем, потому что по-любому придется проезжать на служебной машине, это стопудово, потому что на личной машине, я думаю, мы не сможем заехать. Но не будем загадывать, пацаны, потому что, блин, я просто, у меня просто, понимаете, мозг просто охренел, потому что, типа, Гурам, это, типа, какой-то персонаж, я так понимаю. И, блин, это ж охрененно, блин, почему на других проектах такого нету? Я серьезно в шоке, реально. Я в таком впечатлении, что я такого просто раньше не видел. Оказывается, можно было когда-то, ну, оказывается, можно просто купить ключи и пробраться спокойно на военную базу, сесть в ихнюю машину и уехать. Блин, я думаю, это будет очень круто, пацаны. С вас на лайки, да, такой коротенький видосик. Пока я болею, в принципе, да, я постараюсь быстрее записать видосы, чтобы потом спокойно лечиться и чтобы серии выходили каждый день специально по родине. Поэтому, пацаны, с вас на лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the
heart be crying, oh no.